Всем ураган, с вами привет, и сегодня призрак поможет мне как импостеру выиграть игру. А перед началом ролика не забывайте то, что у меня есть свой телеграм-канал, который в ссылках в описании, а также дискорд, где вы можете собраться и пообщаться, поиграть. Не будем задерживаться, погнали показывать квест за импостера. Подбегаем, бежим вниз, выполняем вот эту штучку вторую, все, убегаем, бежим вот сюда вот, настраиваем прицельчик, чпоинкс. Все, найс. Так, он килл сделал, надо дабл. Блять, не успел. Это кофе. Трак. Это кофе. Объясняю, я сейчас стоял на камерах, следил за тем, кто где бегает. Кофе забежал кислороду, где листья выкидывать. Сейчас кто-то туда забегал, ты его видел, как он стоит там? Я не видел. Все, значит, он оттуда не выбегал. Он нажал там инвиз, пока вы там что-то бегали. Извини, кофе. Прости, кофе. Обидно, конечно. В смысле? Так, все, следующий. Сейчас кнопку нажимаю. Капец, приятно сейчас было. Давайте, ваши ставки, смогу ли я выиграть? Он это правдоподобно делал от метеорита, я был в шоке от кофе. Смогу ли я вытащить эту катку? Мне надо камеры ёбнуть. Сделали. Тинг-тинг, сделали. Аси полный еблан. Блять, Аси полный еблан. Доми, я знаю, рядом со мной лежит труп. Откуда? Но я расскажу, как я знаю. Я забегаю в... Ну, с реактора забегаю в этот комнату, где камеры. Убиваю Чупикса. Инвизник, убивай Чупикса. Прыгай. Подожди, ты только что оговорился, нет? Убиваю Чупикса. Убивают Чупикса, говорю, убивают Чупикса. Не, я тоже услышал, если кому интересно. Потом прыгает, люк прям открывается. Я сначала думал, сейчас добегу, может, до электричества, потом передумал, пошел, встал на камеру, чтобы чекнуть, может, с медицины выбежал. Он может до сих пор либо сидеть в люке, скорее всего. Хорошо, кто где находится вообще сейчас? Канистру заполняю. Голландский. Я в навигации. Нет, не голландский точно. Смотри, давайте так вот. Я выкинул кофе, в смысле, да. Алло, меня вообще можно прозревать. Хотя, блядь, нет, Доми уже выкидывал кофе, да. У меня кофе уже. Не, ну тут слишком жестко. По факту Доми мог круголя сделать, типа убить. Не, сиди тупи. Думаешь, не то? А че ураган так ржал? Подожди, я тебе верю, честно, я видел труп под ногами, но я тебе верю. Я ржал? Да, ты, по-моему, как только мы репорт нажали, ты так ржал жестко. Да, ураган, что-то зашел на твой стрим, а у тебя кнопка килл есть. Давайте начнем тогда с урагана, а потом зната. А то мы всегда со знатом начнем. Вы как, блядь, к этому пришли? Подожди, стой! Ты как к этому пришел, блядь? Я тут о своем смехе разговариваю. Потому что голландский точно не может быть. Нет, давай сейчас не кикать. А что делаем? Что делать? Кипаем. Аси, ты еблан? А, не, подожди, у нас один. Да-да-да, скип. У нас один. Не, я голосовал нормально. Импостер 100% один. Блять, нет, Аси. Ты подумай, нахуй. Ну, типа, это может быть Аси, по факту, может тоже. Может, он хотел как ураган сделать. Дайте мне канистру, блять, да заполнить. Вы заебали. Сука, дай канистру, нахуй, заполнить. Так, у меня все втроем вот здесь вот. И все, заебись. И я иду, заполняю нижнюю. Тайминга 3 секунды. 1, 2, 3. Все, я гений, блядь, я это выполнил. Так, один охрана, хранилище, управление. На камерах самое главное, мне кажется, ёбнуть человечка. Так, у нас в электрике 1, 2, 3, 4, 5. Все сделали. Блядь, завязай, пожалуйста, свет, Олег. Олег, завязай свет, завязай свет, завязай свет. Фух, я починил свет. Ураган. Аси. Это ты? Нет. Нет, Аси, ты. Где знат, блядь? Я наверху остался, вы вниз побежали. Блядь, смотрите, это знат. Момент был. Нет. Аси, мы с тобой впритык, блядь, бежали. У нас остается, у нас Доми вниз убегает. Подожди. Я вниз сразу же пошел на свет. До этого такой момент был, что с электричества вот... Ой, когда электричество, когда мы в реакторе были... Сначала забежал туда знат, ты был там, голландский был, короче. Я за вами забегаю, чекаю, а зната там нету. Я так думаю, бля, ебать, Винвиз ушел, что ли? Потом обратно свои камеру пойду. Делаешь, мучишь. И ты оттуда выходишь. Нет, мне с самого начала раунда тоже знат чуть-чуть показался странным, потому что он зашел... Нет, блядь. Нет, ты зашел в админку, стал возле проводов, но левее стал как-то. Какая разница? Знат, если мы кикнем, ты будешь плакать, и то... Ой, не, ой, извини, пожалуйста, ты ливнешь? Я объясняю, я мирный, блядь, я ушел наверх специально, вы вниз с паровозом побежали, кто-то из вас мы за ручку с Аси, сука, шли, нет, вот просто, да. Мы не за ручку, ты сзади меня шел.
Потому что я назад обернулся, пошел там. Потому что я видел и рожу Гала. Ребят, да, мы никто, не, же, никто ни в ком не уверен. Скорее всего, мы ураган можем скипнуть. Мы можем либо скипнуть. Ураган, либо знат Винвизию. Я мирный, я не могу... Ася, не придумывай. Ну давайте скипнем, давайте. Скип? Давайте. Стремно все-таки просто. Не, это самое. Ну, это значит ураган, я уже понял это. Да. Либо ураган, либо знат. Ну, ураган тоже молчит. Сейчас все сделаем по красоте. Мы идем, выполняем вот эту вот штучку. Вот так вот. И мне кажется, здесь надо 100% ёбнуть кого? Аси, знат в меня. Доми я не знаю. А, не, подожди. Все, мы тут стоим. Ну, вот сюда встаньте. Здесь у нас тут дабл хуйня. А ну... Все понятно. Изи. Это точно это не... А, ну, ураган. А, ураган, понял. Ты же видел, я стоял. Я бы в инвиз зашел. Подожди. В смысле, блядь? Доми! Ты стоял в знате. Почему знат отошел, тебя там нет? Ты ебанулся? Знат отошел, тебя там нет. Да, нет. Блядь! Это знат! Знат. Это блядь. Знат, Доми, не тупи, блядь! Труп был возле моих ног, а знат стоял с тобой вверху. Ну! Выше. Я стою там же! Не-не-не-не-не, тебя нет, а знат ко мне подошел. Нет! Я что, в глаза? Доми, что ли, нет! Блядь? Я стою, да, блядь, в углу сейчас! Я уже проголосовал, да. Блядь, Доми, пиздец, да, красава, да, нахуй. Спасибо. Спасибо, что мы тебя выгнали. Просто не... нахуй. Красава, Доми, правильно. Красава, Доми. Блядь, ладно, нет. Хорошо. Хороший был. Это гениально было. Я уже поверил, что это Доми. Блядь, надо в Доми, да, я тупанул чуть-чуть. Маска исчезла. Так, подожди, нет, я под камерой буду стоять. А, понял. Кто стоял там, драка? Я только ножки увидел, но не успел увидеть цвет. Это точно... Мы пересеклись на электричестве, я ушел. Мы единственный раз, когда виделись с вами, сука, чуби, второй кто, раз стоп, подряд кто, хочешь так, где, кинуть? Кто? Где я был? Я под камерой видел, я стоял. Вот когда саботаж, я прям под камеру подбежал. А кто на камере был? На камеры? Ты на камерах был? Я не был на камерах. А кто на камерах? Кого на верхнем двигателе? Не понял, вот это подозрительно. Странно. А че ты колбочки так долго выполнял, кстати? Да, кстати, да. Секунд 40. И кофе стоял на камерах. А сколько они должны выполняться? Он мог в люк прыгнуть. Мог. Стоп. Потому что я только что видел ножки. Стоп, подожди, что за фигню вы какую-то сейчас? Закрылись двери на камерах, и там кофе через стеночку стоял. Я его там видел. Да? Точно вот, подожди. Мне кажется, подожди. Кто-то прикрывает сейчас. Но, я Люки следил, это не он точно. Знат, а ты что скажешь? Я на камерах уже, я стоял все время. Если вы не врете, то это Драга, Знат, Ураган. Я под камерой стою. Вы видели, я только что к вам забегал. Так, кофе, а что у тебя инфы-то никакой нету не тогда, если я, ты я фрикуешь? Уже все, я уже, у меня мозг выключен. Кого ты не видел, Чупикс? Не видел. В смысле, я к вам забегаю, вы вдвоем починили? И вы пошли наверх, там труп Аси. Знат. Слепые, а почему ты не увидел, кто убил? Потому что я видел ножку, но не успел увидеть я цвет. Ты выше подбегал, меня стоял. Ты стоял выше меня. Мы когда туда нет, шли, там я Аси забегал. И Драга оставали. Я увидел ножку только что прям килл сделали. Но... Почему ты не зарепортил? Знат, а что ты не зарепортил сразу? В смысле? Потому что вы же подбегали выше меня, вы были. Ты был выше. Знат, первый подбежал. Оп, легко. Все потому, что я тренируюсь в ковыке. Легко. Это сюда. И три задания. Пойдем с Эймона сделаем фастом. Так, есть Кио на камерах? На камерах Кио нет. Дракоша. Опять, блядь, посчитаю то, что я. Поэтому я вот тут вот встану. Вот так вот. Подожди, мне провода надо выполнить. Я опять стою под камерой, ебаный. Ну давай, блядь. Мне кажется, там даблкил уже на этой штуке. Как бы... Да, они. Да я лучше проверю. Похуй. То, что своей жопой. Сука, блядь. Вот это мощно. Я просто плохо сейчас. Роган, зачем ты его убил? Роган! Подожди, надо что-то забыть. Это ураган, короче. Ты ебанулся, нет, блядь! Да это ты, я видел! Ты долбоёб, я зарепортил! Блядь, это знат, пиздец!
и ГГ. Да, это ГГ, блядь. Ну это пиздец. Второй либо кофе, либо кофе. Блядь, это пиздец. Да все, проебали. Хотите, хотите объясню, как это было со стороны? Я знал, что ты. Короче, сейчас я скажу. Да, сейчас скажу, сейчас скажу. Что там произошло? Я это видел. Смотрите, Знат убивает в электричестве доме, прибегает Чупикс, он не репортит, пошел вверх, ищет, чекает, ищет. Пошел вверх чекать, вниз идет, и там в инвизии дракошек прибегает, убивает. Да, Чупикс только хочет репортнуть, и драго подбегает просто с хлопком. Я уже нажимал R. О, найс! Импостер, спасибо большое. Все, выполнили. Теперь убегаем вот сюда вот. Идем, выполняем листочки. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Все, выполнили. Теперь мы бежим вот сюда вот, и мне очень срочно надо ёбнуть чела на камерах. Прям очень срочно надо чела на камерах ёбнуть. Ебашь, ебашь, ебашь! Лучший! Так, это закрываем пока. Ждем отката КД. И нам еще двоих ёбнуть надо. Просто срочно надо двоих ёбнуть. Электричество двое, скорее всего, Аси там. Это дабл килл на камере. А камеры горели секунд 30 назад. Нет, меньше 20. Мне кажется, урагану выпало сейчас. Потому что ты со столовой выходил, ты, наверное, мог... Я с меда бежал. Нет, я с меда бежал. Ну так ты мог в люк и оттуда выйти. У меня скан есть. Короче, где драго? Скан есть? Драго был в электричестве, я забежал в электричество, он там стоял. Кого скан? Подожди, скан. У меня скан. У меня скан, у меня. Пойдем. А толку сейчас вы саботаж сделаете. Мне кажется, это драгоня можно. Блин, кого я еще видел? С кем я встретился только что возле админки? Это пересел. Только мы с тобой там бежали, и все. Я почти тебя бежал. Двое в электричестве, один в... У кого-то надо кикнуть. Урагана узната скан, да? Да, типа. Ну, я не верю урагану, он бежал со стороны меда, столовой. Я на скане, блять, стоял. У меня есть и пробирки, и скан. Тогда Чупикса можно. Хорошо, кто был еще влево? Не надо, не надо. Нет, подожди. Зната я видел в навигации. Сейчас было два в электрике, один в столовой, один я на датчике. Все, что я видел. Ну да, мне с самого начала он еще подозрительным показался. Кто? Если честно. На драгоне. Он, но он им, так, и мог, в принципе. Я забегаю в электричество, он такой начал дрыгаться, как будто только какой дрыгаться? Стоп, Чупик, один, двое в электричестве. Это кто? Дракоша и Чупик, да? Чупик. Я забегаю, он там был изначально. Доме в... Там двое на камере прямо. Я, знаете, последний раз видел навигацию. Да, прямо на камере. Да. Что мы делаем? Что мы делаем? Не знаю, я крутой. Ну, я побежал в столовую, я видел, когда мы встретились, я увидел, что камеры горят, я понял, что там закрыли дверь. Потому что, когда я был возле электро, там закрылась дверь. Да, нет. Ну, мне кажется, мы правильно. На халяву. Да нет, наверное. Мне кажется, импостеры два. Ну, идите проверьте, скан проверьте. О, все гениальное просто, девочки! Все гениальное просто! Все гениально! А что, он увидел, что у тебя скан? Да я встал, как ебан. Оп, нормально сойдет. Почему я вообще не убил? Блядь, это так жестко. В смысле, меня показывало, ожидайте. Да? Встал на сканере. А надо было кикать. Я думал, он тебя уже спалил. Я тоже думал. Я встал и просто заруинил. Блядь! Мирный. Ебать, это гениально, еще в 400, блядь, IQ было. Подожди, то есть это не те, кто на меня вкидывали просто так, да? Ты взял за руину, я подумал, что ураган мирный.